Погнали. Пазочку постояли. Теперь можно гнать. За один переход можно попробовать доехать. Ломбы проверил, не хочется мне там где-то останавливаться. Ставить замок. Замок ставить буду я на ночь. 197 км, 3 часа ехать. Заехать будет 1:30. Все нормально. Ой, что вылазить. Это тоже можно. Нет, там знаки стоят везде, что там. Нельзя стоять, непонятно. Один уже, блядь, ко мне выехал. Ребята, ну вы, блин, сошли бы с дороги, блин, влюбленные, ёпарасете. Офигеть можно, стоят. Так, нам сейчас налево, типа, надо показывать. Сейчас будем выезжать, по-моему, в районе этого, где на кольце два реально, по-другому назвать не могу, и придурка, блин, чех, там еще один какой-то, я не посмотрел. Ну вообще, настолько умные, блин. Встали прямо вот вдвоем и загородили кольцо. Здесь что ли? Перепроложить? Интересно выйдет. Вот здесь, если две фуры встретятся, уже труба дела. Перепроложить? Здесь видно уже, как забор ломали при повороте. Да, я вот сейчас как раз выйду, по-моему, из этого Лидла, блин, вы увидите. Один чех, а второй я не понял, блин. Ну, вообще, блин, дурные. Странно, они там стоят, я вообще так, я так и не понял, почему они там так стоят. Да. В промке не встанешь на ночь. Ой, жарко становится, 12 градусов, ребята. Будем кушать конфетки. Ну, в принципе, стоит. Будем проезжать тесно-тесно. Плотно-плотно. Ну, здесь уже пошире. Меня пропускает, потому что надо больше взять. Мацебу, что ли? Наверное, мацебу, иначе учебный, иначе бы он сразу начал поворачивать, он даже плохо вписывается вовнутрь, я вижу. Не, у нас сейчас Лидл будет слева. А это вообще пофиг, заехал. О, блин, здесь паркинг плейс есть. А я и не знал. А Лидл у нас где? Блин. Слева Лидл, кажется. Я не ошибаюсь? Ошибаюсь. Не, слева, там. За этим, по-моему.
Да, вон Лидл, там. Ну да, здесь можно было встать, а что туда не поехал? Почему-то я туда не поехал. Мне что-то там не понравилось. Там далеко. Ну вот. Пропускает меня. Вот на этот самый. Да, блин, я думал дешевле будет, чем в Голландии. Капсула. Дороже где-то почти на евро. Ну, такой Lidl какой-то непонятный. И эти акции нам непонятны. Что по акции, что не по акции. Ничего не, я так и не понял. Я вот сюда влево ушел, да. Вот там стоят. Не, один уехал уже, по-моему. Да, один уехал. Турик. Нормально. Стояли паузу, чтобы 4.25 ехать можно было. 30 минут постоял сейчас. Ты что, меня грузили, получается, 15 минут, что ли? Интересно, сколько капсул через интернет заказать в Голландии? По-моему, хауфер какой-то это. Типа депо какого-то, что ли? Это не магазин. Городок какой-то, в одном месте он широкий, там, где вот я ехал, узкий, и не проехать, не пройти, как говорится. Сейчас вылезем из города, вон там потом направо, и пойдем уже на Голландию. В Голландии, да, я посмотрел, я уже сказал, День Короля сегодня. Он празднуется в эти даты с 23 по 30, но не в субботу. Почему-то. Если в субботу, он, значит, переносится на какой-то другой день. Я не знаю, почему. А воскресенье, наверное, воскресенье тоже. Не, нам тут по прямой, ребята. Нам направо не надо, нам напрямую. Нам на Дюссельдорф. Мейербах. Строить нам круизник и табло, чтобы показывало скорость, а не эти эко-вождения. Почему по умолчанию эко-вождения? А, может быть, если его выключить, тогда будет по умолчанию скорость показывать. Кого знает. Ладненько, выкарабкиваемся, самолетики летает, настроение отличное, едем.
что, друзья мои, заехали в Голландию. Уже. Что-то я как-то подумал, что не работает. А что ты мне говоришь, что не работают? У меня, по-моему, прислали задание сегодня, потом на загрузку. Бреду, по-моему, сегодня. А может, я ошибаюсь, может, не сегодня. Реально ошибаюсь. Не посмотрю, я посмотрю задание. Ну, Брэди. Надо глянуть, сейчас проедем. Места эти. Речку, мостик. Странно, блин. Они говорят, что не работает. Фиг его знает, почему тогда, блин. Может, я ошибся, может быть, завтра. Сейчас гляну. Ребята, завтра в 7:30. О, офигеть. Нормально. Завтра в 7:30 только, все правильно. Андрюха сказал, что порт работает сегодня. Ну, не знаю, поедем посмотрим. Проверим. Тридцать километров до Бреды от порта. Надо будет найти нормальный паркинг. Погода в Германии лучше, ребят, я вам скажу, чем здесь. Как-то здесь небо затягивается, ближе к морю. Кто знает, посмотрим. Где же дорога, блин, где ветер боковой? Вот это что ли будет? Типа 60 было. Я что-то, блин, уже запутался. Или все-таки там выше она была? Землерадар щелкнул. Я думал, сейчас тоже по ней пойду. Здесь она и была, нет разве? Не, ну я почему-то думал, что ты в Германии. Надо смотреть на знаки внимательно. Нет, про боковой ничего не написано. Стоит чудак, отдыхает. Ну, наверное, страну вводит. Торопиться не будем с водом страны. Приедем вон 12 километров до паркинга. Там и введем. Сейчас нам уже надо будет выходить на другую трассу. Сюда.
едем уже вниз. Ну, вниз, в смысле, по дорожке, под мост. На Айндховен. Я где-то в час буду на месте. Час на контейнера, 2 часа. Потом поедем поищем местечко. Получше, поудобнее, покомфортнее. Ребята, едем дальше. Какая сила, ребята. Смотрите, какая. Смотрите, какая канадская пошла. Вот это, блин, красавец. С канадским флагом. Красотуля. Но в Европе таких нету, я даже не знаю. Что он просто путешествует, видимо. Ну, блин, дорогое удовольствие. Хотя это дом на колесах. Это реально, там комната, блин. Это не просто тут, типа, как шконка или лежак. Там конкретно. Это не самая большая, такая, наверное, самая одна из маленьких таких вариантов. Но супер машина. Да, сегодня день королевы. Если в маленьком городке стоять, конечно, сегодня, я сказал, короля, да, тогда. День королевы, то, как по рассказам Витька, это считается у них самый главный праздник на уровне Дня независимости, день рождения королевы. Там, конечно, веселуха. Но вот сейчас вот ехал по бану, было такое ощущение, знаете, как будто я работаю в Рига Сатекс, мой выходной день, вообще так спокойно. Машин мало, ничего нету. Или как будто воскресенье едешь. А сейчас вот... проезжаем, по-моему, Корпом Эндховен это. А вот. И появился поток машин. Пока тут никаких празднований не вижу вокруг. Вчера был какой-то шар летал воздушный. Ну, не здесь, а вот над каким-то городом, я уже не помню. Может, это Тховина. Увидим и с левой стороны, если он будет. Так что вот так. Ну, а так все в порядке. Едем, наслаждаемся. Так вот, если бы, конечно, в маленький городок попасть, где-то стоять там в нем, в промке, пойти погулять, да, красота. Да, надо будет паркинг искать мне. Такой комфорт. Ну, что могу сказать? 3 километра. Кстати, между прочим, за последнее время вот сейчас только первый видел контейнер, идущий от порта. Вот у меня такие сомнения, что он работает сегодня. Реально. Не знаю, может, я ошибаюсь, но как-то я вообще сейчас за последние обратил внимание, вообще контейнеров нет. Не идут навстречу контейнера. Очень странно. Это очень странно, реально. И в порт не идут, и из порта не идут. Интересно. Thank you.
вообще контейнеров не вижу, ребята. Очень странно. Интересно. Это здесь что, на паркинг? Полный паркинг этот, нет? Да, паркинг полный, блин. Интересная ситуевина. 29 апреля, 30 апреля. Типа закрыть. Интересно. А, ну хотя вот работает. Катается контейнера. Типа портовые машины. Значит, работает, наверное, все-таки. Краны стоят. Краны стоят. Да. Вообще тишина, вы смотрите. Я там не хочу становиться на площадке, на этой контейнерной. Я лучше пойду пройдусь там. Поверну налево, встану временно и пройдусь. Да тишина здесь. Фиг его знает. Может, нету доставки Голландия, терминал. Интересно. Я не буду туда поворачивать, поверну туда и пройдусь тогда, если что. Должна быть какая-то шлагбаум там стоять. Повороте. И это тоже машины стоят с ночевкой, что ли. Сейчас будем смотреть. Вон стоит ATV, наверное, батя этого. Как выехать тогда отсюда? Ну, если там место есть, там можно переночевать. Туалет есть. Поедем, посмотрим вообще. Надеюсь, что работает. Михас. Может быть, доставка не работает в Голландии, порт, потому что голландские компании не работают. Не надо перепрокладывать, ребята, я приехал. А, нет, зеленый есть. Наверное, работает. Слава Богу. Как-то тут стоять неохота. Раз стоит. Не одна машина наша стоит. Но это не Михас, это другой. Подъедем, посмотрим. Так пошел. Это польский филиал. Мерседес. О,
посмотрим, пройдет он, не пройдет. Что, посмотрел я повнимательнее адрес? Нет, там еще другое место, но тоже в Брэде. Я в том же самом, я думаю, месте. Другая фирма, там большая зона, много фирм. Я в прошлый раз был для Лидла, а сейчас там для другой компании. Но все равно такой же километраж, 31 километр примерно. Время у меня дофигища. 2 часа дня. Сейчас зайду на заправку, хочу купить, попить. Я надеюсь, она открыта. Фиг узнает, праздничные дни. Должна быть открыта, я думаю, правильно? Город спокойный, работает, но мало очень людей. Машин мало, потому что, я говорю, доставка вне Голландии только происходит. Ну, хорошо работает, сейчас поменяли, все отправили, все, блин, легко и просто вообще. Нравится мне эта работа. Легче, чем на трейлерах, однозначно. Ну, я имею в виду вот в этой компании, на контейнерах легче, чем на трейлерах. На трейлерах единственное то, что есть свой плюс и есть свой минус. Как и здесь. Плюс на трейлерах то, что побольше точек, куда ты ездишь, да, там и такие достаточно хорошие места, интересные. А минус то, что крепить надо. И наоборот, здесь контейнера крепить не надо, это плюс, а минус то, что меньше таких точек, так скажем. Я вот это дело, надеюсь, этот... Хотя, что мне сюда заезжать, если я поеду на другой, я же там по дороге поеду, приеду, там у меня несколько паркингов. Хотя, заедем-ка на этот, посмотрим. Карман я сюда не поеду становиться. Это типа НЗ, если уж совсем бы не было места. А то сейчас сюда становиться, париться на солнце, в это себя не уважать. Согласитесь? Один будешь там стоять, как лошара. Типа думать, вот дурак, блин, проехать не мог. Так удивительно заканчивается, блин, 2 часа дня не на базе. Реально. Ладно, заедем. Надо будет что-то пообедать вообще-то, так скажем. У меня там вермишель я вчера сварил с этими, с купатами. Купаты съел, вермишель осталось. Не всю съел, так скажем. Там один стоит. Заправка, не на заправке, непонятно. Не, наверное, на парке у него стоит. Я не могу посмотреть, открыта заправка или закрыта на данный момент. Никого знает. Сколько они тут на ночь пристроились? Кажется, можно было и здесь пристроиться на ночь. Вроде свет горит. Мне так кажется. Блин, уже ли закрыт? Закрыто, что ли? Магазин. Пойдем посмотрим. Помыли строхи. Ну, там, по-моему, был больше щетка была. Помыл, что не мыл. Что мыл, что не мыл. Ладно. Закрыт. Закрыт этот магазин. Зря закрыт. Этот паркинг всегда полный, я смотрю. Я даже не знаю, когда он пустой. Во сколько бы я ни смотрел бы, когда я приехал в 2 часа, этот самый,
сервис, он был закрыт. Ну, не закрыт, а полный. Конечно, офигеть. Ладно, поедем искать паркинг, причем... Да, по-моему, все тут там нормально, а тут как-то я его не отмыл, либо уже высох. Закончился сегодня рабочий день. Не день вообще, рабочий день. Время 3 часа дня. До погрузки мне 18 километров. 7:30 завтра погрузка в Брэдон. Поеду туда к 7:30, потому что я помню, не помню, 7:30 только начинает работать. Потом стартанем где-то. Ну, в 7, может, без 15:07. Погода отличная, настроение отличное. Я стою на паркинге. Замечательно все, короче. Буду отдыхать я 3 часа, это 12 часов. До 6, скажем, да? 16 часов. Да, у них сегодня праздник. Тут, правда, его не чувствуется. Да нигде не, я не вижу. Не чувствовал, что сегодня праздник. Хотя, говорят, он офигенный, там то все 5-10. Порт пустой. Заехали, выехали, опять одному там парню подсказывал, то он не понимает, как и что. Но ничего, помогать надо друг другу. Там поле, оно пустое, фермеры бастуют, да, ничего не это самое, не сеют. А так, там заправка, там туалет, там... Хизбургеры, гамбургеры. Простая заправка. Кстати, заметил, в Голландии, по-моему, на заправках алкоголь не продается. Что удивительно. Ну, не удивительно, я знаю, что не продается. Просто посмотрел, действительно, ну, мне говорил Витька, что не продается. Я посмотрел, действительно, убедил, что нет алкоголя. Но меня это не интересует. Буду отдыхать, сейчас видео буду делать. Вот. Сегодня видео за... запустится. Надо сделать, чтобы завтра запустилось. И редактировать, забрасывать видео. Пока интернет есть. Не халявный, конечно, но все равно. Ну, ладно, ребята, на этом сегодняшний день заканчиваю. Это видео тоже. Буду отдыхать, заниматься делами. Ну, а вам всем, как обычно, всего доброго, удачи. И как всегда, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.